Так, вот по настоятельным просьбам производителей палетной доски, здесь у нас лафетик 140-й, по-моему, и длина 890 миллиметров. Ну, вообще, как бы 800 минимальный, нам просто 890 нужен дощечка. Вот. Значит, вот такой станок мы спроектировали и изготовили. Двухвальный многопильный станок МДС-150/800. То есть 150 это максимальная высота пропила, 800 минимальная длина лафета. Значит, здесь двухвальная система. Вот стоят два вала, пилы 250 диаметра. Протяжка осуществляется двумя многорядными цепными транспортерами, подающий и приемный, а также четырьмя приводными ребухами, две над подающим столом и две над приемным. Вот станок, в общем-то, удобно настраивается. Здесь вот винты, которые высоту ребух регулируют. Здесь вот шкала. Значит, вот. Что здесь у нас еще есть? Вот транспортер для удаления опилок снизу стоит. И аспирацию можно подключить также на верхнем валу. Вот. Ну, надежный, удобный привод, мощный. Значит, заказчик заказал нам двигателя мощностью на верхнем валу 22 киловатта и на нижнем валу 30 киловатт двигатель. Сейчас мы проведем испытание, попробуем распилить вот эти лафеты, березовый и ясень, по-моему, кусочек. Установили мы 10 резов, 10 пил на нижнем валу, 10 пил на верхнем валу. И сейчас будем проводить испытания. Так, продолжаем испытание многопильного станка МДС-150/800. Вот. Березовый лафет. 10 резов стоит у нас. То, что требовалось. 10 резов прошло, да?